Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта inetcom.ru. В этом видеоуроке я на реальном примере покажу вам, как установить Viber на свой телефон. Мы рассмотрим установку программы Viber на Android смартфон и на iPhone. Кратко про Viber. Viber – это приложение, которое позволяет бесплатно звонить и отправлять сообщения другим пользователям. В общем, это программка для общения, типа Skype или Аськи. Установка Viber на Android. Чтобы установить Viber на Android смартфон, нам первым делом нужно зарегистрироваться в Google Play. Это магазин приложений. Если вы уже имеете там учетную запись, то этот шаг можно смело пропускать. Находим у себя на телефоне приложение Google Play или Play Market и открываем его. В строку поиска вводим запрос Viber и выполняем поиск. Открываем найденное приложение и жмем «Установить». Принимаем условия использования, нажав «Принять». Полминутки понадобится, чтобы скачать и установить Viber на телефон. По завершению нам сразу предложат его открыть. Запускаем и жмем «Продолжить». Выбираем страну, в которой проживаем, и вводим номер своего мобильника, чтобы быстренько зарегистрироваться. Далее жмем «Продолжить». Подтверждаем, что номер мобильника введен верно, нажав «Ок». Далее на наш телефон придет смс с кодом, который надо будет ввести в Viber. После того, как мы это сделаем, можно начинать общаться. Установка Viber на iPhone. Чтобы установить Viber на iPhone, нужно проделать аналогичные действия. Открываем App Store и вводим в строку поиска запрос Viber и жмем «Загрузить». Далее «Установить». Открываем приложение после установки и действуем по аналогии с первым описанием. Жмем «Продолжить», вводим номер мобильника, вводим код подтверждения и теперь можем общаться. Установить Viber на телефон очень просто, в общем-то, как и любое другое приложение для телефона. На этом все, спасибо за просмотр.